Приветствую вас! Этот ролик предназначен для тех, кто хочет уже через 4 месяца с момента регистрации начать зарабатывать от 100 тысяч рублей. Работа официальная и легальная ведется только в интернет, подходит всем, кто хочет зарабатывать. Что нужно сделать? Зарегистрироваться в компании Oriflame. Не пугайтесь, это не тот Oriflame, о котором вы слышали, а возможно даже успели там побывать. Досмотрите ролик до конца и сами в этом убедитесь. Итак, зарегистрироваться в компании Oriflame. Так как все расчеты основаны на маркетинг-плане компании и выплачивать деньги за проделанную работу, вам также будет компания Oriflame. То есть получить свой собственный регистрационный номер, на котором будет фиксироваться все – заказы, количество людей в вашей структуре, ваш доход. Для этого обратитесь к тому человеку, который дал вам данную информацию, и он присоединит вас к проекту. Не регистрируйтесь на сайте Oriflame самостоятельно, иначе система занесет вас в базу данных под номером случайного консультанта в вашем регионе, и мы не сможем с вами сотрудничать. Были уже такие случаи, приходилось ждать, пока истечет действующий номер, чтобы заново можно было зарегистрироваться уже в нашу структуру и начать работать. Таким образом, теряется самое дорогое, что у нас есть – это ваше время. Итак, как только вы присоединились к проекту, вы получите свой собственный номер и пароль от входа на сайт Oriflame. И сможете смело начинать работу. Для того, чтобы зарабатывать, нужно делать две простые вещи. Это пользоваться продукцией и создавать сеть потребителей. Одно от другого неотделимо. Делаете вы заказ для себя или для кого-то в подарок, или кто-нибудь у вас закажет, неважно. Но вся система основана как минимум на личном потреблении. Поэтому все, что вы раньше приобретали в магазинах, просто приобретаете у компании. А компания вас за это будет вознаграждать. Это как если бы вы открыли свой собственный магазин, где продавали бы хлеб. Вы же не пошли бы покупать хлеб в другой магазин, а взяли бы у себя. Так и здесь, вы просто меняете обычный магазин на свой собственный в компании Oriflame. Приобретайте для себя и своей семьи каждый каталог обычных средств личной гигиены. Шампунь, мыло, гель для душа, зубная паста и так далее. Уже со скидкой. Примерно на 600 рублей, это где-то на 20 баллов бонуса. Ни верхнего, ни нижнего потолка суммы заказу компании нет. Также у компании есть линейка продуктов здорового питания. Вы также можете их приобретать, например, витамины для себя, мужа или детей. Эти продукты также входят в общий заказ, и вы также получаете за них баллы. Балл бонуса – это внутренняя единица измерения в компании. Поскольку компания работает в 63 странах мира, в 42 из которых вы можете начать и развивать свой бизнес, благодаря интернету это стало возможным, во всех странах разные валюты, поэтому компания ввела такую единицу, как балл, для удобства подсчета проделанной вами работы. Итак, делайте заказ раз в каталог как минимум на 20 баллов и приглашайте. Кого приглашаем? Куда и зачем? Если кратко, то мы расширяем клиентскую базу Oriflame. Это своего рода реклама. Но не продукции, а возможности компании. Кто-то из тех, кому мы делаем предложение, выбирает для себя возможность покупать со скидкой косметику. Кто-то – возможность зарабатывать. Вы создаете сеть потребителей, а компания вам с товарооборота всей сети выплачивает процент от 3 до 22. То есть чем больше людей, тем больше товарооборот, тем больше ваш доход. Мы нашли здесь способ, когда количеством людей можно делать любые товарообороты. Мы уже говорили, что как только вы присоединились, вам присвоили регистрационный номер. На нем фиксируется все – заказы, количество людей, ваш доход. На определенном уровне вы заключаете договор с компанией, и ваш доход перечисляют на банковский счет. По зарплате все зависит от вашей активности. До дохода в 500 долларов – плотное сопровождение, а дальше уже сможете сами, и доход будет расти. Мы вам будем помогать не только словами, но и делом. Своих новичков мы будем регистрировать уже под вас. Поэтому чем раньше вы присоединитесь к активной деятельности, тем выше будет ваш уровень в дальнейшем. Самое важное здесь, что за проделанную работу один раз, но грамотно и правильно, вы будете получать деньги всю жизнь. Это как жить на проценты в банке. Только в банк класть ничего не нужно. Надо просто выстроить структуру с хорошим товарооборотом. А теперь чуть подробнее. Итак. Кроме того, что вы являетесь теперь потребителем продукции, вам нужно приглашать всего лишь 5 активных, таких же, как и вы, новичков в каталог. Покажите им это видео, расскажите о смысле данной системы, подскажите, что нужно делать, где взять людей, как зарабатывать, о том, что есть возможность приобретать средства личной гигиены дешевле, чем в магазине, а также о продуктах здорового питания серии Wellness. Важно понимать, что мы никого не уговариваем, мы просто даем информацию, делаем предложение, а человек сам выбирает. Будут такие, которые выберут экономию, то есть покупку продукции для себя со скидкой. Будут такие, которые захотят продавать. Будут такие, которые придут, чтобы зарабатывать, а будут такие, которые ничего не выберут. Так у всех. Вам нужны всего 5 активных каталог, которые так же, как и вы, купят для себя на 20 баллов продукции, которые и так бы пришлось покупать в магазине.
Вы их будете регистрировать точно так же, как регистрировали вас, при этом вы будете указывать свой регистрационный номер, чтобы компания видела, кто проделал работу и к чьей структуре относится человек. Также вашим новичкам присвоят свой регистрационный номер, который они будут указывать уже при регистрации своих новичков. И структуры, и товарооборот, выстроенные уже вашими новичками, компания считает входящими в состав вашей структуры. И все это огромное дерево отслеживается на сайте компании Oriflame в режиме онлайн. Ни один человек из вашей структуры не пропадет. Думаю, в сегодняшних возможностях компьютера не сомневается никто. Что же получается? Прошел каталог 21 день. Именно столько он длится, то есть действует. В вашей команде минимум 6 активных человек, и каждый приобрел продукции для себя на 20 баллов. Компания подведет итог. Ваши 20 баллов плюс 5 человек в вашей структуре по 20 баллов, всего получается 120 баллов бонуса. Важно знать, что свои структуры мы строим особенным образом, чтобы, так сказать, спровоцировать ваш быстрый рост и чтобы вы получили хорошие результаты. Как именно это делать, мы вас научим после присоединения к нам. Итог. Ваш групповой товарооборот составил 120 баллов, примерно 7200 рублей, хотя вы приобрели только на 600 рублей. Вот так, все просто и понятно. Идем дальше. Второй каталог. Каждый член вашей структуры повторяет ваши действия и приглашает по 5 активных новичков в свою структуру. И в вашей структуре уже 36 человек, и групповой товарооборот вашей структуры 720 баллов, это примерно 20 тысяч рублей. Хотя лично вы приобрели всего лишь на 600 рублей. Итак, идея очень проста. Вы и ваша структура каждый каталог делаете одно и то же. Приглашаете 5 активных новичков, показываете им это видео, рассказываете о смысле данной системы, подсказываете, что нужно делать, где взять людей, как зарабатывать, о том, что есть возможность приобретать средства личной гигиены дешевле, чем в магазине, а также о продуктах здорового питания серии Wellness. И приобретаете для себя средства личной гигиены на 20 баллов у Oriflame, которые все равно заканчиваются и их пришлось бы купить в магазине. Идем дальше, третий каталог. Все по тому же принципу. В вашей структуре 216 человек и ваш групповой товарооборот 4320 баллов, то есть примерно 120 тысяч рублей. А вы никуда с каталогом не ходили, вы никому ничего не продавали, а товарооборот есть. Смотрите, как интересно. Вы пришли сюда одни. За три каталога, то есть за два календарных месяца, пригласили всего 15 активных человек. А ваша структура выросла до 216 человек. Вот это и есть групповой товарооборот. Вы должны понимать, что в вашей структуре будут и те, кто будет просто покупать для себя, и те, кто будет продавать, потому что им это нравится, и те, кто будет строить свою организацию, свою структуру, создавая свой групповой товарооборот. Нам все люди нужны, нам все люди важны, но 80% своего времени мы тратим на тех, кто относится к этому серьезно, как к бизнесу, то есть на тех, кто строит свою структуру. Продолжаем. Четвертый каталог. В вашей структуре уже 1296 активных человек. Товарооборот такой структуры 25 920 баллов, а это примерно 700 тысяч рублей. Ни один человек не сделает лично товарооборот на почти миллион рублей, а вместе с группой это не просто реально, а достаточно легко. Это уже уровень старшего менеджера в компании Oriflame. А помните, компания вам обещала платить процент с товарооборота всей созданной вами сети? Так вот, на этом уровне ваш доход составляет уже от 30 тысяч рублей в каталог. То есть всего за два календарных месяца вы достигли дохода в 1000 долларов ежекаталожно. То есть это ваш доход каждый 21 день. Неплохо для начала. Почему для начала? Все просто. Думаю, начав зарабатывать такие деньги, вряд ли вас кто-то сможет уже остановить. Мы продолжаем. Пятый каталог. Действия все те же, и вы открываете звание «Золотой директор». И ваш доход от 60 тысяч рублей в каталог, банкеты директоров, международные конференции, бесплатные поездки от компании Oriflame, а также дополнительные премии и бонусы. Шестой каталог. То есть всего 4 календарных месяца с момента регистрации. Вы открываете звание старший золотой директор. Ваш доход от 100 тысяч рублей в каталог. Также банкеты, премии, путешествия и так далее. Когда вам остановиться, решаете только вы и никто больше. Все в ваших руках. И вот здесь появляется очень интересная идея. Выполнив свою работу один раз, но грамотно и правильно, вы будете получать деньги всю жизнь и даже с правом передачи по наследству. Что это значит? Выстроив структуру и организовав товарооборот один раз, он будет приносить вам доход всегда. Это и есть пассивный доход. Почему? Все просто. Только вдумайтесь. Все люди на земле мылись, моются и будут мыться. А если мы в этом процессе ничего изменить не можем, а мы действительно не можем, значит, этот процесс нужно организовать. Что мы с вами и будем делать? Смотрите, мы уже говорили о том, что в структуре будут совершенно разные люди. Возьмем тех, кто будет просто покупать для себя. Итак, в
первом каталоге они заказали для себя шампунь, мыло, зубную пасту и пену для бритья. По структуре прокатился товарооборот. Вы получили свой процент за то, что нашли этих людей, рассказали им об этой возможности и зарегистрировали, а также научили делать заказ. Вопрос. В следующий раз они смогут сделать заказ уже без вашего участия? Конечно. Отлично. Начался второй каталог. Они заказали для себя аромат, пену для ванны и, например, детские средства. Опять прокатился товарооборот по структуре. Вы опять получили свой доход. Наступил третий каталог. Что произошло с шампунем, который он брал в первом каталоге? Конечно, кончился. Как и паста, как и мыло, как и пена для бритья. Что сделает человек, у которого закончились средства личной гигиены? Правильно, купит опять. Опять без вашего участия, потому что уже сам все умеет, вы его научили в самом начале. И опять прокатился товарооборот. И опять вы получили свой доход. И даже если вы на месяц уедете отдыхать, люди не перестанут мыться. Товарооборот будет, и доход у вас будет. На самом деле все новички сразу въезжают в эту систему и понимают. Многие говорят «Ого!» и начинают действовать. Знаете, что меня больше всего расстраивает? Это то, что даже 90% людей, которые уже работают с компанией, они сами не понимают, куда они попали. Для многих это возможность только чуть подешевле взять, чуть подороже продать и получить чуть-чуть на разнице. А о возможности получать деньги на расчетный счет в банке они даже и не слышали. Некоторые говорят, где же я возьму столько людей? На самом деле это не проблема. Как раз этому мы обучаем. Мы утверждаем, что каждый человек может создать огромную структуру с хорошим товарооборотом. И мы не просто рассказываем, мы еще и действиями своими, и людьми своими помогаем. А некоторые люди говорят, ага, я понимаю, вы меня приглашаете зарабатывать деньги, и если я начну зарабатывать, то и вы начнете. Нет, я лучше сам зарабатывать не буду и вам не дам. Скажите, пожалуйста, с нашей помощью или без новичок выйдет на больший результат? Конечно, с нашей помощью. Так значит, мы получаем деньги не за работу нового приглашенного, а за свою работу с ним. Когда вы начинаете новое дело, желательно, чтобы вами кто-то руководил. Когда вы выбираете себе руководителя, желательно, чтобы это был не советник, а наставник. Советник – это тот человек, который дает советы. Он думает, что надо делать как-то вот так. Он где-то что-то видел, он где-то что-то слышал, он думает, что надо делать именно вот так. А наставник – это тот человек, который уже сделал то, что вы только собираетесь. И теперь он вам расскажет, как это нужно сделать. Бедный человек говорит, знаешь, я не верю вот в эти учения, я не верю в эти деньги, знания, я верю только в личный опыт. Если бы все человечество развивалось за счет личного опыта, мы все бы жили в каменном веке. Что такое прогресс? Это умение овладеть тем, что было создано до вас, и оттолкнувшись от этой платформы, шагнуть дальше. То, что мы создавали несколько лет, вы можете овладеть этим гораздо быстрее. Мы создавали, мы ошибались, мы падали, мы вставали. Вы можете превзойти нас. Мы искренне в это верим и от всей души вам этого желаем. Это работа, это очень серьезная работа, но очень благодарная работа, с великолепной отдачей. Интернет позволяет каждому обычному человеку добиваться неординарных результатов. И это не какое-то там отдаленное будущее, это уже реальность сегодняшнего дня. Присоединяйтесь, и это станет и вашей реальностью.